ходьба – это самая доступная физическая нагрузка. Вот так, гуляя по парку, можно наслаждаться не только природой, но и укрепить свое здоровье. А вот такое хождение на беговой дорожке способно сжечь до 400 калорий и при этом может укрепить все тело. Сейчас мы расскажем о разновидностях ходьбы и попробуем их освоить. Алексей Лобыкин занимается северной ходьбой больше 4 лет. Мужчина всегда был неравнодушен к спорту. Сначала это был просто бег, но потом атлет решил освоить и другие виды активностей. В северной ходьбе его больше всего привлекает комплексная нагрузка. Влияет практически на весь организм, поскольку включаются при правильной технике, естественно, до 90% мышц. И если заниматься ей регулярно, то многие показатели здоровья улучшаются. Это доказано учеными. Начать заниматься северной ходьбой просто. Сперва выбираем поверхность для тренировок. Это может быть либо гравий, либо трава. Шипованные кроссовки для лучшего соприкосновения с землей и специальные карбоновые палки. Их размер подбирается, исходя из роста владельца. Теперь можно осваивать правильную технику ходьбы. Мы используем палки для проталкивания себя вперед. Поэтому палки у нас под углом 45 градусов всегда, а локти прямые. Локти прямые, и поэтому палка у нас работает сзади в основном. То есть вперед мы выносим руку максимум, как мы здороваемся. Мы так не здороваемся, мы здороваемся вот так. Вот это крайнее положение. А крайнее положение сзади – это вот. Еще один полезный вид ходьбы – на беговой дорожке. Тренажер с движущимся полотном отлично прокачивает мышцы ног и стимулирует работу сердца. Одно из его преимуществ – универсальность. Заниматься на дорожке можно в любое время года и при любой погоде. Выбираем для себя оптимальную скорость на дисплее, настраиваем угол наклона. Длительность таких тренировок можно варьировать от 10 до 1,5 часов. Движение осуществляем с пятки на носок. Так, вот так. Да. Можно дополнительно убрать руки. Вот. А, вот. Не хватает только этих лыжных палок еще вот так. Да. Но, опять-таки, со временем. Ну да. Адаптация происходит, и мы уже не будем двигаться вот такими семенящими шагами. Это будет гораздо более расслабленно. О, во. Я, кажется, поймал дзен немного. Ходьба – один из самых простых, но действенных способов повысить уровень иммунитета и улучшить свое тело. Всего за час тренировки сжигаются сотни калорий и улучшается циркуляция крови. Самое главное – не терять времени и сделать первый шаг к здоровой жизни.